436-й день рождения Самара будет отмечать 3 дня с пятницы по воскресенье. Программа развлечений многогранна, от музыки до художественных инсталляций. Откроют череду торжеств в 17:30 в амфитеатре Площади Славы фестиваль «Самара Open Jazz». В нем примут участие Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера и Вадим Эйрин Крик. В субботу там же в 18 часов можно будет услышать классическую музыку в исполнении мировой звезды оперы Аиды Гарифуллиной и выдающегося тенора Алексея Татаринцева. Накануне прошла пресс-конференция, на которой рассказали обо всех сюрпризах, которые ожидают горожан и гостей Самары. Я горжусь городом, богатыми культурными традициями. Я горжусь городом, который уже много столетий живет мирно, в многонациональном регионе. Так много разных у нас культур, так много традиций, и всегда мы вместе, всегда дружно. Очень комфортно. Каждый участник пресс-конференции отмечал уникальность Самары и его жителей. Самарцы не такие космические волжане, мы их так называли. Это очень тонкое, мне кажется, и всеобъемлющее название, потому что, с одной стороны, мы абсолютно гордимся и любим свою промышленность, свой агрокомплекс, свою технологичность, космическость, работоспособность людей, но, с другой стороны, мы же город-курорт. Для меня Самара, она такая, и вот этот космический флёр, мне кажется, он во всем. Вспоминали и великих композиторов, которые жили в нашем городе. Дмитрий Шостакович написал Ленинградскую симфонию в Куйбышеве, а Сергей Слонимский свою пятую симфонию посвятил Самаре. Владимир Высоцкий дважды приезжал в наш город с концертами и всегда собирал аншлаги. Самара – это один из центров российской культуры. И филармония, оркестр наш вносит свой возможный вклад в дело развития российской культуры. Связь Самары и большой России – это то, что мы постоянно транслируем, поддерживаем, потому что это очень важно. Большой праздник состоится в воскресенье на набережной в парке Дружбы народов в Струковском саду, парке Металлургов. Концерты будут сменяться мастер-классами и другими развлекательными, экскурсионными и спортивными событиями. В это время продолжат работать библиотеки и музеи со своими выставками и познавательными программами о Самаре. Поздравить горожан приедут знаменитые гости со всей страны. Еще одним уникальным событием станет открытие на бывшем станкостроительном заводе музейного комплекса. А кульминацией праздника станет 5-часовой концерт с участием современных звезд эстрады Ольги Кормухиной, Александр Маршал, группы «Любэ». А вечером самарцев и гостей города ждут красочные фейерверки. Два из них пройдут в Кировском районе и в Куйбышевском на площади Нефтяников. Также впервые в день рождения города на тематических площадках прозвучит новая песня о Самаре. Самара, город мой родной, он мне как гавань корабля. Всегда спешу к тебе домой, ты родина, я часть тебя. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.